Семён, он лежит, балдеет, был на даче грязный, его вчера помыли, расчесали, мусор, репейник весь из него вычесали. Лежит такой, балдеет, красавчик, красавчик, покажи свою мордочку, чистенькую, добренькую. Носик мокренький, да. После дачи он устал, отдыхает теперь. Такой кот. Да, Семен, уставший, скажи. Устал, я скажу. Даже сил нет пошевелиться. У меня поел сейчас плотненько. Лег спать. Какая красивая мордочка. Мурчит-то как. Чистый. Сразу видно, что он у меня белый, а не серый. Не темно-серый. Да, Семен? Ух ты, мы потянулись. Потягушечки, да? Упитанный такой, видно. Мышек много поел на даче. Хороший ты мой кот, хороший. Хороший кот, скажи. Скажи, я хороший. Я чистый. А был грязный, да? Такой балдеет, мурлыкает так. А тебе лапки. Лапки погладим. Животик погладим. Ой-ой-ой-ой, потягушки потянулись. Теперь можешь ко мне залазить на постель утром. Утром ко мне залазит, подремать со мной. Такой чистый котик после дочки помылся. Принял душ теплый. Шампунем кошачьим помыли. Два раза мылили. Грязный был, как слон. Не как слон, как поросенок был такой грязный-грязный. Да? Маленький львенок. Потомок льва. Сейчас тебе сделаем гриву такую. Будешь похож на льва. Скажи, я лев. Потомок льва, точнее, да? А ты скажи, потомок обезьяны, да? Какой львенок у нас вышел? Львенок. Мини-лев. Мини-лев, мини-львенок, маленький львенок, пушистый львенок. Мурчит, ему приятно. Здесь стетол стоит. Мини-львенок, посмотри в камеру, хоть и вверх, он ногами. Ты у меня. Ну, какой-то красавчик. Красивый ты у меня, Сёма, да, красивый. Пушистый какой. Большой какой. Тяжелый. Бывает, как запрыгнет утром на живот. Прям чувствуются у меня все органы, которые вы внутри. Красавчик ты мой. Красивый кот у меня, красивый. Модель, да модель ты у меня. Весь канал держится на тебе, только скажи, да? Если б не я, канала б не было, скажи, да? Семёныч, ой, модель ты у меня.
С вами был Валерий, главный герой этого видео, кот Сиома. До новых встреч!